благодарим наших норвежских музыкантов за их высокое профессиональное мастерство. Деракан Виркелевес Дерестолте Авбарна Дерес. До новых встреч! Что объединяет обычных банкиров, служащих и рабочих из швейцарского города Базель? Секрет. Точнее, топ-секрет Драмс. Всемирно известный секретный корпус барабанщиков. Руководитель топ-секрет Драмс Эрик Джулиард. То, что делают барабанщики топ-секрет, можно увидеть только в сказке. Но сегодня на фестивале «Спасская башня» возможно все! Базельских музыкантов берет свое начало от барабанной дроби швейцарских солдат Средневековья. Своего выступления музыканты оркестра жонглируют горящими барабанными палочками, устраивают шуточные дуэли барабанщиками, танцуют с барабанами. Благодаря своей энергичности и непредсказуемости выступления швейцарских барабанщиков стали одними из самых востребованных и самых любимых зрителями военно-музыкальных фестивалей во всем мире.
все знают, что барабан – это невысокий цилиндр, обтянутый с двух сторон кожей или пластиком. Но мало кому известно, что для придания барабану специфического звука над нижней мембраной натягиваются специальные струны или спирали. Они называются подструнник и приводятся в действие с помощью специального сбрасывающего механизма. Спасибо вам, наши швейцарские музыканты, за вас высочайший профессионализм и мастерство. Селекция, dear friends! Вы слышите марш из балета Чайковского «Щелкунчик»? В исполнении сводного оркестра Московского гарнизона, который сейчас выходит на Красную площадь. Дирижер – подполковник Сергей Дурыгин. Сердце Красной площади, храм Василия Блаженного, сияет новыми красками. Министерства обороны Российской Федерации, основан перед самым началом Великой Отечественной войны в 1940 году. Этот коллектив принимал участие в исторических парадах 7 ноября 1941 года